Всем привет! С вами канал Art Mania. Вышли мы с Димочкой гулять. Зашли в фикс-прайс, купила я чашечку Диме, покажу. Потом хотела купить лед, но не нашла. Вот идем по старым местам, идем мы сейчас на рынок за мясом, за фаршем. Я покупаю фарш. Вот. Так, вот здесь один садик. Грядочки у них. А там другой садик. А там другой садик. Вот. На новой коляске нашей идем. Ой. Давно мы здесь не были, в этих местах. Вот, ну, коляска у нас поскрипывает немножко. Не знаю, почему. Почему-то так. Надо было 1000 рублей все-таки переплатить и купить, наверное, в другом месте. Я нашла подешевле. Такие вот дворы. А детей нет. Ну, Дима, скажи, привет! Привет, а ты что, у тебя рот грязный, что ли? А мы забыли с тобой опять рот вымыть, да? Забыли? Что ты рассказываешь мне? Что ты рассказываешь? Скажи, привет! Привет! Так, вот этот дом. Мы с вами пришли сюда. Заборчика здесь нету. Чуть-чуть подальше. Вот он такой огромный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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
Да, лестницу тут сделали. А здесь цветочки выросли, пока нас не было. Цветочки выросли тут. А тут у нас Дима вырос. Дима, цветочек. А, Дима? Дима, Дима, ты бегать хочешь? Ха, Дима, ты зачем ее бросил? Ой! Еще и убегает. А? Ах ты хитрюга. Целая полянка цикория. Целая полянка, один цикорий. Цикорий кругом. Подумать не могла, что тут такая полянка цикория. Офигеть. Цикория, видите? Полянища. То одуванчики были в начале лета, весной. А в конце лета одуванчики. Ой, господи, цикорий. Да, а мы ужинаем супчиком. Овощной супчик у нас, да? Ой, как Дима кушает супчик. Сам кушает. Делала я сегодня куриные котлетки из куриного фарша на пару. И остался бульончик. Мама решила его из него сделать супчик. Да, Дима? У Димы там куриная котлетка. Да? На пару лежит. Зелень, помидорка у нас там и лучок. А еще яичко.
Хлебушек сегодня приготовила я, бородинский. В следующий раз, кстати, будем его готовить вместе с вами. Да, Дима? Дима мне помогал. Вот и себе я налила, сейчас буду пробовать, думаю, очень-очень вкусно. Котлетки куриные получились просто обалденные. Фарш 280 рублей стоил, да. 300 рублей почти. В моем любимом магазинчике. Да, как он вкусно выглядит. Да? Да, и также мы пришли с магазина. Купила я вот такой вот. В Экспресс мы ходили. Такую тарелочку 99 рублей. Стаканчик пластмассовый. Я хотела давно Диме стаканчик пластмассовый, потому что у него стеклянный, он сам по себе тяжелый стакан, и еще плюс в нем напиток, еще тяжелее, он просто неприподъемный. А я хочу, чтобы ребенок сам уже начал брать стакан, и вот купила стаканчик и тарелочку на присоске. Вроде как должна держаться. Вот, если понравится, я, наверное, пойду еще возьму. Там вот еще розовенький был с кем-то там. И еще, ну, вот у нас слоник. Еще я хочу взять с бегемотиком. Вот, не знаю. Получится взять или нет. Здесь что-то тоже написано. А микроволновку ставить нельзя. Батюшки, ну вот, раз. А микроволновки нельзя. Ну ладно, значит, будем такое. Посудомоечной машинке можно, микроволновки нельзя. А до 60 градусов плюс один. Тарелка и кружка ням-ням. Ну, посмотрим, ладно. Вот, уход. После каждого использования помыть мыльным раствором и протереть мягкой салфеткой. Да что ты. Ну, нам нужен только стаканчик, скажи, да?